приветствую, друзья, подписчики моего канала. Приехали мы порыбачить на краба на Охотское море. Ну, не только, в принципе, на краба. Вчера мы выехали. Где-то мы выехали часов, наверное, в 9 вечера. Приехали мы часа в 4 на Охотское море. А оно у нас волнуется. Посмотрите, какая волна, друзья. Вода ушла. Вон наш став. А выйти в море мы не можем. Посмотрите, что делается. Как говорится, море волнуется раз, море волнуется два. Посмотрите. Обалдеть. Будем ждать, когда утихнет. Это просто обалденные пейзажи, конечно, здесь. Место называется Вилки. Погода не дает порыбачить. Хотелось бы половить и окуня, и краба, и всякую прекрасную рыбку. Но что-то, наверное, пока не получится. Посмотрите, что делается. Ух! Лепота! Ну, давайте. Вообще, хочу сегодня поснимать полностью, где я гуляю по морю, по Охотскому. Не знаю, как получится, конечно. Но вообще красиво. Очень красиво, друзья. Тут мы не одни ждем. Там вон машины стоят. Здесь машины стоят. Вот это мы затаборились. Посмотрите. Там вот машины тоже стоят. Все ждут, когда успокоится вот эта вот тема вся. Не знаю, как получится у нас. Всем, конечно, хотелось поймать краба. Вот это идет мой друг Александр. Приехали с ним. Ну, не знаю, как это все у нас будет выглядеть. Посмотрите, какая скала. Не смог вчера дорогу заснять, потому что ее, в принципе, нету. Дороги, но все равно интересно показать людям, где мы живем. Как вообще мы живем. Все очень красиво здесь. Иду по берегу. Морская капуста везде валяется. Ну, шторм сильный, друзья, конечно. Как сказать, не сильный, но есть. Вот так вот уходит вода. Она будет вечером где-то вот здесь. Вот тут. Вот она ушла вот туда. Вот это получается метров, наверное, около 100. А так будет вот здесь вот она. Красотища, друзья. Ну, я не знаю, это просто словами не сказать, конечно. Вон, Сашка там ходит. От крабов панцири собирает. Люди, которые раньше успели приехать, они уже, в принципе, крабов отловили. И вот вареных Саша ходит, ищет, показать хочет. Вот такая вот штука, смотрите, друзья. Вот такие вот крабики у нас. Ну, я надеюсь, что сегодня успокоится эта тема, и мы порыбачим. Вот, друзья, рыбачит человечек. Пробует, да? Речка вот эта вот. Это не рестовая речка идет.
Она туда дальше идет, называется она Большая Вилки. Вот человек пробует там вот дальше кидать. Пойдем мы у него потом спросим. Посмотрите, какие живописные места. Это просто, ну, красава вообще. Смотрите, цветочки. Не знаю, это надо здесь, конечно, бывать, друзья. Это Дальний Восток. Посмотрите. Красава вообще. Цветочки какие. Обалденные. Ну, вчера дождик сильный был. Если я назад поеду, вам засниму дорогу. В принципе, я что хотел сказать. Дороги здесь, как можно сказать, нету. Вон человек стоит, рыбачит. Мы тоже сейчас придем. Пока есть шторм. Порыбачим на горбушку, думаю. Ну и все, попробую. Сначала мы сделаем... Я вообще хочу снять этот... Ну, свое вот это путешествие не одним роликом, а несколькими роликами. Вот, чтобы вы посмотрели на наши прекрасные места, на море. Море, конечно, волнуется, как говорится. Но оно успокоится, и мы поставим краболовки, половим краба, окуня. Все это мы вам покажем, если, конечно, получится. Смотрите, как красиво вообще. Ох, удивительно, просто удивительно. Вон разводы будет, слышали? Вон, смотри, гуди по воде, вон гуляет. Рыба есть, видите? Рыбка гуляет, надо пробовать рыбачить. Ну, будем рыбачить. Устье замытое. Устье, оно замытое. Будем рыбачить, посмотрим. Все покажу. Хочется вам все показать, рассказать. Ну, здесь онлайн нету. Поэтому будем вам снимать. Парни пытаются скинуть лодку. А здесь смотрите, что творится. Это пипец, ребят. Смотрите, смотрите. Вау! Шторм. Смотрите, смотрите, пытаются выйти в море. Все, выходи, выходят. Смотрите, 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 что. Вау, смотрите. Это пипец, смотрите, смотрите, что делает. Ёпси-мопси. Вторая идет, смотрите, смотрите. Боком не ставь. Боком не ставь, блядь. Загонять надо, загонять, блядь. Вы чё, блядь, вот сейчас спокойно, давай. Смотрите, смотрите, что делают. Хотят проверить. Пошел, пошел! Смотрите, смотрите, друзья. Не смогли они так выйти. Смотрите, все, завернуло их. Это полная попа. Смотрите, что делают. Вау, смотрите. Все. Это все, ребят. Смотрите, смотрите, что делается. Так и не можем, короче, выехать в море. Полная лодка воды. Смотрите, какая волна. Смотрите, что делает. Ёлы-палы. Все, вытаскивай быстрее. Ёб твою. Это вообще жопа. Смотрите. Да. Дубль номер один не получился. Не, ну реально, смотрите, почти под 5 метров волна. Какой там 5? Больше гораздо. Смотрите, что творится. А стоят краболовки, их надо проверить. Не знаю, как там будет выглядеть. Смотрите, что. Жопа. Вот такая у нас, друзья, рыбалка на Охотском море. Не дает нам, не дает погода. Это ужас какой-то. Пацаны все мокрые. Полная лодка воды.
Это попа. Второй день не могут пацаны проверить кроволовки. А еще начинается прилив. Это вообще. Ну места, конечно, обалденные. Все, у всех эмоции. Смотри, что делается. Смотрите. Вау! Вдалеке еще одни рыбаки пытаются выйти в море. Не знаю, как это будет выглядеть. Я иду показать вам. Здесь вот пацаны тоже вот пытаются. Вот это наша компания. Это очень, друзья, опасно. Очень опасно. Потому что подбирать волну — это очень тяжело. Смотрите, что творится. Вообще очень опасно. Завернет, потом потащит в море. Ни один человек больше 10 минут в таком море холодном выжить не сможет. И к берегу его никто не сможет подтащить. Смотрите. А кроволовки надо снимать. Однозначно. Вот так вот мы живем, друзья. Вы говорите, что как, что. Вот смотрите, как оно бывает. Как люди живут. Вот мои товарищи. Пытаются, думают. Смотрите. Волна больше 10 метров. Решил вам, ребята, снимать абсолютно все, да, как мы вот живем на море. Наша палатка. Сейчас мы вот на данный момент весной стреляли уточку. Уточку стреляли. Вот. Опаливаем утку. Смотрите, какая красавица. Вот одна, это, вот вторая. Это вообще. У тебя заставка. Обалденная. Привет, привет, мои дорогие подписчики. Ваш блогер. Сидим с пацанами, отдыхаем. Меня зовут Олег Романтик. Сейчас уточку сделаем, друзья. Вот. Ну что еще хочу сказать? Костерчик замоторили, вот ее полностью уточку. Но это в смысле не прошлогодняя, в смысле весенняя утка, замораживаем ее. И, в принципе, вот поехали, взяли с собой. Еще рано, охота у нас не открыта. Вот, смотрите. Пробуют парни выехать. Вот у них, я даже могу с вами пройти, показать вам. Может быть, вы видите. Стоят краболовки. Там вот люди ходят. И самое, что интересно, не можем еще выйти на море. Море вроде как немножко подстихает. Может быть, к вечеру поедем. Но на данный момент не можем выехать. Все люди ждут, пытаются выехать, но, блин, не получается. Штормит, волна упала, ну, где-то была метров 10, да? На данный момент, ну, может быть, но метров 6. Можно, конечно, выехать, но очень опасно, мы не рискуем. Смотрите, какие капуста морская. Краб идет у нас, краб идет, камчатский идет краб. Блин, обалденный, друзья. Ну вот, не знаю, как у нас получится. Я вообще хотел бы вам, вообще я хочу все вам запечатлить, чтобы вы увидели все это дело. Такая красота, друзья. Ой. Это просто, ну, неописуемо. Я не знаю, как это сказать. Это правда очень красиво. Хотел бы с вами вот поделиться вот этими всеми. Было бы, понимаете, хорошая погодка. Тут острова, тут, блин, скалы такие, ну, замечательные. Посмотрите, какая волна.
Обалденная. Ну, где-то около 5-6 метров. Еще пока. Смотрите, что делает. Накат. Ёлы-палки. Вау. А вот смотрите, вот дальше, вот если вы видите, желтый будет, стоят наши краболовки. Не можем к ним подойти никак. Вообще очень красиво, друзья. Но если получится, если ребята заедут вон с того мыса, конечно, мы вам покажем. Покажем все это дело, расскажем. Самое главное же, в принципе, проехали мы, вот я вот вам честно, ребят, говорю, вот эта вся поездка, где-то, грубо говоря, 300 километров в одну сторону, да? Вот. То есть, ну, затраты неплохие. Такие здравые. Вот у нас 4 человека. Плюс тут знакомых очень много. С нашего города. С вершинки, пацаны, хорошие. Многовершинного. А места вообще. Ну, сегодня погода не дает вам снять. Это просто, ну, я не могу это описать. Посмотрите, побудьте со мной, друзья. Послушайте прибой. Посмотрите, это обалденно. Еще раз покажу вам наш стан. Готовимся, конечно, уже времени. Второй день. Готовимся мы, в принципе, что-то покушать. Мы хотим приготовить шурпу. Это все дело я вам запечатлю. Если вы захотите, конечно, посмотреть. Костер наш. Я уже, в принципе, уточку обшмалял. Все сделал. Обалденные, друзья, места. Море Охотское. Краев здесь, конечно, не видно. Это, как вам сказать, это настоящее море. Не лиман. Это вот тут краб камчатский. Сейчас идет. Хороший. Ну, если по возможности, я покажу вам все, друзья. Смотрите. Получилось у пацанов прорваться до своего буя. Не знаю, как это получится у них. Волна немножечко подупала к вечеру. Было бы, конечно, онлайн, я бы вам снимал бы вот напрямую. Вообще было бы приятно посмотреть на это дело. Вот, смотрите. Друзья, сейчас они пытаются подойти ко второй краболовке. Ну, волна, видите. Но все равно они первую сняли. Получится ли у них вторая? Не знаю. Пацаны он отдыхает. Волна такая же, но это, конечно, очень опасно. Очень опасно. Так проверять на море, замоторить это все.